Так, девчата, всем привет. Приехали выбирать обои. Нам надо 2 рулона на кухню. Вот, у нас время есть еще до 2 часов дня. И нам надо что-нибудь... Ну, короче, в разные магазины поедем. Так, прикинем, что нам понравилось. Эдик, мы что, русалок наклеим? Серьезная кухня и так. Ну, мы же с прибабахом. И будет прям в нашем стиле. Серьезная кухня и одна стенка, обои с русалками. Или вот этот Человек-паук. Не-не, это надо чего-то такого газетного формата, типа старый Лондон, что-нибудь такое. Ну, я так себе представляю, может, это вообще будет что-то другое. А я где-то видела, и вот у меня в памяти запало. Ага, тоже приколяшная. И верхняя тоже. И вот это. Ого, ценник. Вообще. Так, смотри, этот. Либрефон. Если будем вот эту покраску делать с этим, с добавлением этого. Ну да, как раз это подходит. Давай еще пока в омут с головой кидаться не будем, еще посмотрим. Да. Да, тоже прикольная. Такое. Вот такая же структура короеда, вот как эти обои. Так, вензели. Вот за шкафом купе, что мы поклеили обои. Вот такие вот. Тачки. А? Вот, да нет, может, не газета, я так себе нарисовала, а там вот те мне понравились. Ну, и мы еще потом приедем в несколько магазинов, посмотрим. Просто из этих будем иметь в виду вот эти. Не, это все не то. Не то все. Вот видите, их много, а вот то, что тебе подходит, не, вот ничего не зацепило, кроме тех. Поэтому откладываем их, запоминаем и едем дальше. Вот тоже такая абстракция интересная. Гляньте. Эдик, глянь. Тоже интересная такое. Ну, не темновато сильно. Да? Глянь, какие они прям играют. Играют переливами. Сталью такой. Да, и ценник еще. Ну. Нам же надо и ценник, чтобы был. Как говорится, дешево, много и вкусно. Так, ну, в общем, запомнить мы запомнили. Нам 2 варианта понравилось обоев. Но пока брать не будем, сейчас еще в другие магазины проедем. А плитку на фартук будем ложить большого формата. У нас там как раз, да, что-то четко входит, да, большой формат? Но вы нам писали, этот темный, мы что-то сморозили, да, темное, на темном все видно. Вот даже взять печку, да, печку даже чайник поставил, если капля капнула, она засыхает, и ее видно получается. Ну, а что нам подходит, вот, допустим, если больше нет выбора, вот этот вариант подходит, да, Эдик? Вот такой вариант, вот такой. Ну, опять же, сейчас еще проедем. А, это все под заказ, то есть там несколько плит этих надо ждать, да? Всем понятно. Я, девчата, в эти магазины строительные вот терпеть не могу ездить. Просто мне этот, просто необходимость. Эдик боится брать на себя такое решение по обоям, по плитке. У нас этот, он хочет, чтобы я подтвердила, или он, чтобы подтвердил заказ. Ну, короче, обоюдно, чтобы нам обоим нравилось. А вот, кстати, еще большой формат. Ой, да ее здесь много. Вот, глянь, тоже какая. Это керамогранит. Это вот как мы на пол ложили. Вот такого же формата будет фартук, именно вот большого формата. Мы тогда почем брали? По 1000 с чем-то квадрат, да? 1100, но со скидкой 900. 1100 со скидкой. Вот сейчас видите ценники. 2630. Ну, короче, от 2 начинается вот эта плитка, что мы на пол положили. Так, а вон краны. Смесители, как у нас. У нас же вот такой.
Вот и красный такой, и оранжевый, и желтый, и вот этот для антивасилькового цвета. Ну, работает, пока все хорошо. Тут пока все отлично. Вот тот момент, что я же вам показывала, Шанька вот тут погрыз чуть-чуть, но оно так сильно в глаза не бросается. А вот тебе и этот, как его, вот такой смеситель, если хочешь, да, да, под цвет чего-то подобрать. Вот тебе салатовый вот такой. А у девчата, кто это, цветоводы, кто цветы любит, всякие вьющие эти вот арки, хорошие такие арки. 3700, 3300, одна 3700, одна 3300 стоит. Высокая прям, метра 3,5-4, наверное, да? Сколько? Да? А мне казалось, что прям высокая. Это вот так ставят эти цветы, ну, и цветы по ней вьются, и получается тебе красота. Но это вот для садоводов-любителей. Вот у тебя пальмочки. Почему же такие пальмочки? 2000. Качельки. 17 000. Вот это 19. Вот это 25 000. Так, в общем, нам будет сейчас мешать краску, потому что цвет серый мы сами не добьемся. Можно его получить со смешиванием черного, но это может получиться неизвестно что. Сейчас даже для себя сниму, вдруг нам не хватит. Вот это, да, мы цвет берем, то есть номер вот этот, вдруг если нам краски... 488, да, да, я здесь все это записываю. Ага, краски, если вдруг не хватит. Ну, сказали, что вот этого ведра в два слоя. Это вы туда ведро засунули сейчас, да, и будете смешивать? Вот. И, в общем, смешивание цвета стоит 223 рубля. Видите? Так что все просто. А так, говорит, если вот взять черный колер, и бог знает, что там получится. А это получится вот. Вот такой вот. Это прям чересчур светло, а это вот прям само то. Вот видите, как это происходит. А, сюда и красный идет. В общем, чтобы серого цвета добиться, это туда и прям красный, много цветов, да, идет? Красно-коричневый и темно-серый туда добавляется. А темного-серого таких не существует. Все это понятно. Это специальный пигмент, а это колер. Все, все, поняла. Угу. Он в нем, в этом темном-сером, и фиолет идет. Он и перламутр в нем добавлен. Это, в общем, как... Цвет. Как волосы хочешь покрасить, и серого цвета никогда сам ни дома не добьешься. Все, это мы дома уже сами перемешаем, и все, да? Нет, сейчас мы вам перемешаем, и все. Угу. Да, вот, допустим, на тот случай, вот мы начали красить, и, допустим, ну, что-то нам не понравилось, допустим, хотим чуть потемнее, я могу вернуться и... Что-нибудь добавить? Да. Что-нибудь добавить темнее мы можем, да, но светлее мы не сделаем, ну, и понятно. В другой цвет мы не выйдем, только темнее. Ага, все. Я просто кусочек сейчас попробую. Смешивать будут. Да. Так, это, покраски поделаю. Эдик, смотри. Ага. Ну да. Да, да. Вот такой мы и хотели, серый. Угу. Угу. Да, отлично. Все. Турция. 37 750. Это ротанг. Или что это? Дерево. Дерево гивея. А такой набор, а тут все по отдельности. Тут один стул только. 10 800 стоит. Так. Мамасан. Папасан.
диван садовый. 21 тысячу вот этот стоит. Двухместный. А это вот разновидности этих коконов. Так, а это что? Столик такой маленький. Это кофейный, что ли? 300, а стул такой 9200. Офигеть. 12500. Но это которая не катается. Это просто сидеть, в котором... А вот набор. Ого. 10 стульев, длинный стол. В общем, обеденная зона. 230 тысяч стоит вот эта обеденная зона. С 10 стульями, со столом. И на столе вот такое вот стекло. А что ж это такое? С чего это вообще все сделано? Так. Стекло крепится на ротанговую поверхность. Это настоящий, что ли, ротанг, раз такая цена? Наверное, настоящий должен быть. Так, розничная цена. А вот лавочки и стол. Комплект. Вот такой садовый комплект 86 тысяч стоит. А такой. Вот один стул только 8600 стоит. Гляньте, девчата. Ковры из плитки. Ковер из плитки. 1.20 м на 1.20 м. А, тут две плитки. Четыре плитки, чтобы сделать такой ковер. Одна штука стоит 4200. Вот на 4 умножаем, и получается цена такого ковра. Ну и где также. Лавочка 13 тысяч такая стоит. 11, 12. Так. Ну, они здесь, в принципе, короче, все так стоят. 11-13. А вот это без спинки 8. В общем, 9 тысяч без 10 рублей вот такая стоит. А сколько же у нее метраж? 2 метра. А такие? Такие 12500 стоят. В парках такие ставят. А сколько у нее метраж? 2-10. Вот, девочки, гляньте, какие обои нашли. 3D-шные. Вот видите, такой вот вид какого-то рельефа дает. А на самом деле все вот такое вот гладко. А сдалека гляньте, как смотрится. Шикарно. И цвет прям вот как нам надо подходит. Какая-то этот чешуя, что ли. А ну-ка. Вот в таком цвете они есть. Мне кажется, вот в таком. Он благородный, он такой серо-голубой. Короче, давайте, что там будем сейчас велосипед выдумывать. Берем сразу и все. Нам 2 рулона надо всего. А, девчата, как вы думаете? А что вы пока скажете свое мнение, мы уже их возьмем. Все, берем. Да. Гляньте, девчата, тоже какие приколяшные. Но нам такие, конечно, не подойдут. Под старый кирпич. Эдди, у нас такие обои сколько лет бесплатно висели. Да. Гляньте. Это стиль лофт. Я же говорю, у нас сколько лет в том доме, когда жили, такие обои мы наблюдали. А ну знаете, девчата, как вот, вот хочется подойти и пощупать, оно вылазит там что-нибудь, да, Эдди? За счет вот этого рисунка. Да. И хочется подойти пощупать, что там, это панели или обои, или что они туда приклеили. Вот такой эффект дает. А хотя здесь же ни выпуклости, ничего нету. Просто вот так наложена краска, что дает вот такой вот эффект. Короче, все. Определились.
Так, взяли еще розеток, выключатели. Гляньте, девчата, вот эта люстра стоит 76 тысяч. Обалдеть. 260. Люстра капель.